Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобою сегодня будем смотреть все серии Скибиди Доли. Да, всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, это очень важно, уведомление плюс расписание. Ну что же, все, начинаем! Кстати, интересно, а сколько по продолжительности-то это будет? Вот именно все серии, потому что их там достаточно много накопилось. Блин, ну смотришь первую, вторую серию, вообще просто отличаются. Офигеть, вот с чего все начиналось, друзья. Может, кстати, люди тут еще есть. Ребята, люди тут еще есть, даже вон бежит бедный. Все, задавили, придавили. Но вначале действительно, знаешь, сюжета так такового-то и не было. Но потом уже, вот смотри, четвертая, да? Это уже круто. Чисто люди превратились в туалеты. Замечательный ресторан просто. Слушай, а мне вообще прям интересно, как это в голову пришло реально сделать вот голову в туалете. Как бы эта моделька кто-то сделал или сам дофак это сделал? В плане, он как-то там в Гаррис Моде сделал эту моделечку. Или как? Ребят, напишите, если вы знаете. Диджей, ты смотри. Ну тут все отдыхают, как бы знаешь, такая. Ой-ой, нападает. Барни и Гордон танцуют. Все, смывайся, дружище. Хорош. Чисто, знаешь, вспоминаем, что было. И что будет дальше. Кстати, вон видно, что там, да, есть. А, Скибиди Вумен, да, есть, да, ребята. Там была вот. Все, начинаются тут уже, ребята, сражения. Ты погляди. Капец, слушай. А эти серии, ребят, они вообще маленькие, видишь, по 20 секунд, по 15. А дальше-то уже будет, ребята, по минуте, по 2, по 3 минуты. Это просто офигеть. Босс туалета. Тут, кстати, субтитры, да, есть почему-то. Вот именно здесь. Так, камерамены, let's go. Капец. Побежден. Хорош. Вот тут-то начинается именно вот такая вот прям эра непонятных туалетов, монстров. То, что трехголовый. Ученый уже там старается. Выращивает эти туалетики. Хорош. И Джименчик, да. Блин, он здесь очень крутой, прям очень имбовый. Сейчас уже Джимен, ну, такой. Сам понимаешь. Интересно, когда, в какой серии он появится? Все, смываем. Хороший стоящий туалет, это капец. Почему-то сразу же все его вот эти вот способности. Все, быстренько, друзья, улетучилось. Ну и он начал падать. Так, Рокет туалет. Офигеть, уже 15-е, в принципе, ребят. Сколько там? 5 минут прошло. Офигеть, быстро. Смотрим. Осталось совсем немножко, да, друзья?
Не, ну тут они, видишь, как бы по 17 секунд, по 20. Первые-то. Котик, вот я не понимаю, почему там котик реально. Да, тут ужасно уже. Какое-то у них там собрание. Ну, кстати, могла бы быть удачной попыткой так-то. Но жалко, он там барьер установил, Джимен. Ё-моё. А прикинь, на этом все, скидки туалета бы и закончились. Все. Все, Джимен побежден. Там, понятное дело, еще ученые есть, так что... Не все так просто было бы. Хорош. А тут у нас, ребята, Титан. Вот он. Собственной персоной. Ты гляди. Первая версия, друзья. Первая версия. Тогда он считался прям самым мега крутым, прям. Но уже в 20-й серии, да, тут немножко ему люлей навалили. Хорош, братик. Найс, убегаем. Тут даже не надо было, потому что Джимен сам найдет вас, ребята. Не, возможно, они, знаешь, не то что спрашивали, где Джимен, а какой-нибудь, ну, Ахиллесова пятно, как это называется, друзья. В общем, о слабых местах, как бы победить Джимена. И вот они, видишь, уже решают попробовать его смыть. Но вдруг чё-то не по плану пошло. Ля. Какой довольный Джимен. Это, конечно, забавная серия, ребят. Вот это прям вообще забавная, боже мой. Да, да, ребята, вы не туда зашли. Так, уже парочка апгрейдов есть. Найс. Хорош, братишка, молодец. 24-я серия уже, ребята. Казалось бы, слушай, это так недавно было? Вот реально я вспоминаю. Спикеры, ребят, спикеры пришли на помощь. Колонки. Вот это уже круто. Бля, ну туалет воняет. Так, колоночка сейчас вынесет всех. Там капец, прям звуковой волной аж их относит. Лично приземлился. Удивительно, туалет с такой высоты просто не разбился, да? На осколке. А здесь, погоди, будет новый, да, Титан, ребята, спикер. Блин, я вспоминаю, друзья, как же... Как же, капец, он долго будет в себя приходить. Ну, в плане, он будет зараженным. Ай-яй-яй, ребята. Там столько серий же будет. 27-я уже, ребята. Бля, крутят, крутят. Бошками своими. Все, давайте их. Хорош спас. Тут же
же еще мафиози будет, да? Вот он недавно появлялся, я просто в шоке на самом деле. Так что действительно, его как бы не уничтожили, а просто победил. Он просто леща дал по щеченку, и все. И хватит. Раз, все. Все. Ну, спикер молодец. Мне же показалось, уже новогодняя песенка заиграла, да? Что-то я уже даже этого не помню. Вот этот туалет вообще прикольный на самом деле. Имбовый. Флэш. Капец, ты посмотри, сколько он на самом деле вынес. В одиночку. Это же ужас. Кстати, первая камера Вуман, да? Нас тут. Да, это оно, ученый тут уже. Все, приконнектился говнюка. Вот так вот нафиг. Да вот это вот! Капец. Тут уже прям видно, что туалеты выигрывают. Благодаря ученому, да, и вот это вот разработки паразиты. Все. Ой-ой-ой, тут же, да-да, ребята, вот она, легендарная серия, где... Ой-ой-ой. Он даже, видишь, предвидел, именно двух пустил, а? Офигеть. Слушай, ну, это получается у нас 33-я серия, 13 минут. Ну, вот не знаю, не знаю. Сколько интересно, ну минут 40, наверное, все займет. Поглядим, в общем. Ой, вот это вообще жестко. Такой же жуткий гибрид, а? Тихо-тихо, паразитенок. Все нормально, обезвредили братика. Найс. Маленькая, но победа, видишь? Как бы уже тут начали побеждать спикеры и камерамены. Вот, уже придумали пушку. Друзья, уже круто все начинается. Но... Звонит, дремлет. Ну, прикинь, реально, туалет наоборот, это добро. Камермен и спикер, это прям зло. Ой, блин. Понятное дело, что нет. Так, пушку вынесли. Найс, 36-я, ребята. Скоро уже широкоформатный будет, да. 16:9. Тут пока что, видишь, шортс-версия. Слушай, а сколько интересного, ну там, я знаю, что шорт... Больше минуты вроде как нельзя, а он сейчас делает прям такие серии больше 2-3 минут. Ну сколько частей там надо разбивать, сколько же у него шортсов там, офигеть. Так, хорош, ребята, ножичком. Все. Так, 38-я, ребята. В
Ну тут G-Man, да. Уже 4 лазера у него. 39-я серия, ребята, аллилуйя, вот он. 40 формат, отлично. Тут, конечно, уже началась имба, прям вообще круто. И появились ТВ-мены. Да. Ой, я помню, когда первый раз это видел, я просто опупел. Реально, от такого. Типа, насколько они сильные. Хоть и туалеты, видишь, они как бы... Тоже какую-то фигню, блин, начали делать, защищаться там. Но... А помните, кстати, друзья, на самом деле, что думали, что ТВ-мены, они как бы предатели? Что могут они... Ля! Что у нас, Вантусмен? Начало! Тихо, братишка, погоди. Линза. Хорош. Найс, найс. Ну, вот сейчас начинается, конечно, все покруче. Так, я... Ну, нормально, нормально. 41-я серия у нас. Тут ванна, это капец, ванна. Сейчас Титан ТВ-мен будет, да. Все. Туалеты просто, ребята, сейчас будут проигрывать по КД. Все чисто, вот смотрите. Отлично, сколько туалетиков, свободных. Все отлично. Ну это, кстати, прикольно, что в этих сериях еще также Титан начал разговаривать, и он наоборот говорит. Я прошу прощения, ребята, еще болею до сих пор, поэтому... Я не знаю, не могу выздороветь. Все, ну ё-моё. Все друг с другом. Боже, как они дерутся. Но тут, кстати, вообще офигенный туалет, который... Смотри-ка, молчаливый, чтобы он не пел песенку эту. На, нафиг. Линзу украла. Офигеть, прикольный, конечно. 43-я, ребята. 30 секунд всего, кстати. Не так уж и много. Слушай, погоди. Ну, я понимаю, да. Как бы они вообще мало идут в серии, вот эти вот 30 секунд, да? Там 20 шли секунд. А интересно, да фак, с какой периодичностью вот это вот все выпускал? Вы помните, ребята? Ну, по-моему, не каждый день. По-моему, не каждый. Через день, что ли, или через два дня. А сейчас уже требуется, ребята, через неделю или даже через две недели, прикинь. То есть, как бы, ну, качество, качество. А мог бы реально каждый день фигачить, как бы, но не такими были бы серии потрясающие. Хорош. Видишь, ракетки такие. Вот модификация уже пошла, ребят. Найс. Какая-то. Хорош. Теперь по-новому, видишь, выносит. Благодаря колоночке. Да, спикер ждет. Недоволен, недоволен. Так. Найс. 45-я серия. Слева, кстати, там какой-то... Да фак? Да? Я когда первый раз смотрел, то вообще даже вот не увидел. Вообще. Потому что, ну, смотришь-то на экшен. В первую очередь. Слушай, серии-то, в принципе, немного осталось, но мы уже, смотри, 20 минут смотрим.
Угу. Так, мы будем, наверное, все-таки побыстрее вот так вот делать, друзья. 46-я. Ой, что-то я такое помню, что 50-я вообще легендарная будет серия. Мутант, вот этот ужасный просто, вы посмотрите. Я до сих пор смотрю на это капец. Это одна из самых прям таких ужасных. И ну, видел, камера еще какая-то. Но это чтоб, наверное, специально, чтоб как-то... Не знаю, сам ли он видит или нет. Но смысл в том, что, видишь, у него ни глаз, ни ушей как бы. Камера посмотрела, куда ехать. Бац, все. Возможно, им кто-то там управляет, не знаю. Офигеть, ты прикинь, он как бы не слышит, не видит. Ужас. На самом деле это ужасно, да. Так. 47-я серия, друзья. Ой-ой-ой-ой. Сколько она длится, ребят? Минут. Это ловушка, братик, да. Вот и Джимен наш. Хорош. Тогда еще могли реально победить Джимена-то. Ну тут зынь апгрейдик. Минус апгрейдик. Так, то есть, видишь, все разваливается, ну хуком. Раз, как у Пуджа. Сюда иди, но зараженный спикер прям смотри, что сделал. Там уже идет. Чел. Слава богу, растворился. Все, найс. Вот так вот. Ну тут да фак спасет. Видишь, он как бы это. Опс. Слушай, ну это офигеть. Конечно. 48-я серия. 30 секунд всего, но здесь будет довольно интересный. Да, Вантус Мэн. Ой, блин. Идет, идет, дружище. Так, хорош. Этот уже разобрался быстренько. Вот это с пилой, это капец. Челик. Так, идем дальше, друзья. 49-я серия. Тут, видимо, музыку пришлось убрать. Я так понял. Вырезать, потому что, ну, слышишь, ничего нет. Не знаю, почему. Ну, из-за авторского права, понятное дело. Там что-то, видимо, было. TV Woman появилась у нас здесь. Рап. Такс. Непривычно, да, без звука, ребята? Да, тогда она была прям имбой, офигеть, когда она появилась. Все, раз. Эти танцуют на базе. И ты понимаешь, какая следующая серия именно 50-я. Уф, ребята. Да, и начинается. Минута 27. Сейчас смотришь. Минута 27. Всего-то, да? Хорош, конечно. И только Вантус Мэн, смотри, идет вперед. Прям вообще. Какой же он безумец, а. Слушай, когда, интересно, эта серия вообще выходила, ребят? Сколько времени-то прошло? Улучшенный камерамен. Титан. Ай-яй-яй. Что он творит? Сейчас батя покажет, как надо. Еще молот улучшенный, чисто с разгоном. Это очень круто. Магнитик. Хорош.
все радуются, потому что базу защитили. Действительно, действительно, друзья. Так, 51-е. Смотрим, друзья. Вот это, кстати, интересно, потому что от лица Титана. Чисто по городу мы. Раз, два. Все, отличненько, друзья. Какой довольный, а? Все, найс. Иван Тусмен с ним, понимаешь, в чем прикол, да? Но он герой, действительно. Все, подходите, подходите, а? 52-я. Тут у нас... Все, вспоминаю, ребят, вспоминаю. Камера вумен будет. Плюс пилами челик такой. Все, найс. И тут мне нравится, что каждого камерамена они, видишь, как бы сейчас будут лечить, там, забирать. Вот это очень круто, то, что они о своих как бы парятся, заботятся. Хорош, сейчас она покажет себя. Тут уж два надо было, да. Нормально, пойдет. Хорош, дружище, молодец. 53-я. Все, камерамены продвигаются. И, кстати, заметь... А, не, ну спикеры есть, есть. Тут, погоди, астротуалет будет вот этот вот. Посмотри, ну они капец мощные, вот эти челики. Вот где они сейчас? Посмотри, это необычные туалеты. То есть их фиг уничтожишь. Вот этот вот маленький говнюк, он, по-моему, до сих пор жив. И еще на Джимена, помнишь, он как выеживался? Это прям очень круто. Действительно. Все, продвигаются, друзья. 54-я у нас серия. А тут тоже почему-то звука нет. Видимо, что-то с авторским правом. Вот. Миш, то есть, то нету. Ты мой хороший родной, на! Здесь он что-то пропадает. Не знаю, не знаю. Вот этот меня прикольнул. Видишь, у него палки вот эти вот электрические дубинки. Это вообще прикольно, но... Да, недолго он жил. Чисто как будто вот косплеит Вантусменом, то есть он вдохновил многих. Вот тут она офигела немножечко. Типа, Флэшек, ты что творишь? Угу. Неужели он в одном экземпляре был? Во, видишь? Чисто у него половины тела нету, но придумали, смотри, спасли его. Бедный, бедный камерамен. Боже мой, тут да, вот это вот на самом деле даже грустная была серия-то. Как вспоминаю. Токсичный туалет, токсичный туалет. Боже, я реально это все помню. Понимаешь, в чем прикол? Каждую серию я помню. Ну, в плане нет, вот ты, например, назовешь там цифру, а что было, например, там 58-й серии, да, 59-й. Я не вспомню, но чисто начало, если показать, все, я понимаю, что там дальше будет. Хорош. Смотри, что делает. Специально отвлекает, как говнюк. Ты погляди на него. Не сработает, к сожалению, видишь? Все, развалили, развалили, к сожалению. Пока Титана вот... Его отвлекли, и бац, все. Это обидно, конечно. Но у них все получится, это понятное дело. Хорош. Следующая, ребят, серия. 56-я.
Ну слушай-то, в принципе, немного осталось. 30 минут мы, между прочим. 30 минут, друзья. 30 минут. Да, не понравилось ТВ-менам такое. Не понравилось. Вот и спикер явился. Бедные бегут, бегут, бегут. Конечно, тут спасаться надо. Слушай, погоди, а в какой там серии было? В 47-й тогда, где Титан еще ТВ-мен, ну скажем так, пал от спикера, получил в плазму. Так вот, он, по-моему, спикеру Титану так немножко подправил морду. А сейчас смотри, он восстановлен, то есть туалеты восстанавливают, да? Так, вот это начинается самое офигенное. На нафиг, дружище. Хорош. Блин, сколько лазеров, ты погляди. Вантусмен молодец. Он прям выиграл, видишь? Раз, лазеры отменились. Он выиграл время, молодец большой. Как он спикера зараженного, а? Прямо разозлил. На нафиг. Бам! Красава. Полетел. Каплеуха. Все, наконец-то, наконец-то, друзья. Там лишь камера Вумен еще стреляет в него, но что-то ему пофиг вообще, максимально Джимену. Да, друзья, наконец-то это произошло. Бедный, вот это грустно тоже. Ё-моё, лучшего забрали того братишку бедного. Эта серия, конечно, действительно жесткая. И спикер понимает, что он натворил. Все, идет мстить сейчас. Две минуты 43. Ну тут, по-моему, да, тут две части было, поэтому так. 58-я, друзья. Ля там шашлычок какой происходит, а ты погляди. Им хана. Им просто хана, друзья, да. Найс. Это такой... Блин, это прикольно. Это еще, блин. Ой, блин. Так, 59-я серия. Там сейчас скоро пойдут части, то есть первая, вторая, третья часть. Это офигеть.
На, нафиг. Хорош. Самолетик. Фу, это, конечно, ужасно. Все, наконец-то. Немножко отомстил, и он рад. Вернулся. Наш спикер. Видишь, и как бы все повыходили спикеры. Да, в последних сериях ты видел то, что их вообще не было толком спикеров-то. Были именно камерамены и TV. Сейчас все вот это вернулось. Да, ребят. Блин, это просто имба. 60-е тоже офигенно. Вы понимаете, друзья? Секундочку. Вы понимаете, ребята? Ну, 50-е офигенно имбовая была. 60-е еще лучше. А 70-е, я не знаю, что нас там ждет. Но что-то очень крутое. Уже скоро. Уже скоро, ребят. Астротуалет просто выеживается. Посмотри. Прям на Джимена. На нафиг. А это второй, если что. Астротуалет. Ну, это типа космические такие, вроде как. Считается. Но тут пришел босс прям. Бахнув растишки, конечно же. Ученый. Но это прикинь, мы с самого начала вот думали, а как? Как он мог так вырасти-то? Как? Просто фейк. Просто внутри него сидит маленький ученый. Да. Новая, ребята, да, новая угроза. То, что там будет. Уже 61 серия, да. Пец. А, вот тут, по-моему, вот этот вот этот теоретик, что ли, да? То есть отсылочки начались. Прям такие. Вот это прикольно, вот это вообще прикольно. Спикер-вумен. Похлопала. На, нафиг. Да, он немножко недоволен. Офигеть, как она своей колонкой, получить своей головой может делать. Кувырок. Молодца. Танцуют, танцуют, да это капец. Так, идем дальше, ребята. 62-я. Ну вот, видишь, как бы они чинят, это прикольно. Это прикольно. Восстанавливают своих братишек. Да, баскетбольчик немного поиграть. Волейбольчик. Чего? Ученый очень большой. Прям гигантских размеров, блин. Офигеть. 53-я, уже тут 2 минуты длится. Тут будет тоже интересная серия, потому что покажут Флэш Вантусмена. Это имба. Бегут, бегут, бегут. Капец, массаж. Ох, ля, иглоукалывание какое-то, да? Этот челик, конечно, жесткий. Нет, не помогу. Сам вставай, вот это, конечно, жесть. Мне вот тогда это вообще не понравилось.
Так, у вас, ребята, не все под контролем, не переживайте. На-на. Капец. Я же посмеялся. Хорошо, хоть голова не отлетела. Да уж. На, нафиг. Да, наушнички-то тебе, родной, сняли, все. На, нафиг. Летят, летят титаны. Блин, как мы долго, кстати, реально ждали, когда ж TV Man-то будет. 64-е. Ну-ка, давай вспоминать, что там. Всего минуту, кстати. Быстренько уже идет. 40 минут, между прочим, мы с тобой записываем. Блин. Слушай, это 50 или даже час будет. Офигеть. Все серии посмотреть. А, я вспоминаю эту ловушку, да, ребят. Все тут смыли. Ребятки, не нравится им уже. Понимают, что к чему. Там, what the fuck. Только что за спиной у меня был. Интересно. Так, 65-е. 2 минуты, 20. Это да, интересно, что полицейский его такой, оп, как бы пощадил. И такой довольный. Так, тут кое-что будет интересное, да. Все, улетают, улетают, типа предают. Пока. А это, казалось, ловушка, офигеть. Братишка, его не смыть. Да было бы легко. Капец, он его фигачит. Но он хорошо держится прям. Казалось бы, вот даже не подумаешь, что это фейк. Все, они такие радуются, но видят, что тут кое-кто сидел. Ловушечка, ловушечка. Капец. Спикеру тоже, видишь, досталось. Но камерамену, конечно, еще больше. Тут уже не лайк, да. После такого-то, ребята. Офигеть. 66-я. Слушай. Ну, мне кажется, друзья, 70-я должна быть вообще прям имбой-имбой. Правда. Хорош.
ж, друзья. Вот это, конечно, фейк, вот это вот. Смотри, типа, мы победили. Сдавайтесь. Смотри, они прям в ярость приходят. Прикольно. Я даже не помню такой музыки уже. Нифига там музыка началась какая, да? Я даже не помню, была ли она. Здесь. Ля, стрижечку сейчас сделаем. Немного офигевает. По-моему, с этой, да, серии, ребят, начинается, где части такие. Первая, вторая, третья. Сейчас тут спокойненько. Прикольно, что она их заражать может, то есть управлять. Это очень круто. Так. Флэш. Какой он такой? Ну, блин, ну, я проиграл. Ой, красавчик, конечно. Как он хорошо появился. Чего, почему TV Woman как-то его, ну, такая она. Пафосный слишком. Так, девчонки спасаются. Просто ты, братишка. Ой, к сожалению, бедный, бедный. Видишь, очки, конечно, спасают. Слушай, ну мы почти час смотрим, а? Да потом что, будем 3 часа смотреть все серии, прикинь? Смотрим все серии 10 часов, прикинь, 10 часов, если потом, не знаю, через пару лет до сих пор скибиди-туалеты будут. Я, конечно, просто в шоке буду. Да, вот это вот уже отсылочка. Так, 66-я. 67-я, сколько там частей-то, блин, 67-й начинается. Ну что же, друзья, смотрим. Вон там зеленый свет, кстати, вон был. Ой-ой-ой-ой. Смотри, что творит, а? Ну, чуть-чуть подбили, но вроде как нет. И уничтожили. О. Офигеть. Ну, вот этот просто чел, офигеть. Немножечко с апгрейдами вернулся. Я просто в шоке. Мафиозник. Спокойно, тут титаны еще живы, дружище. Зря ты рыпаешься. Нормально, новая рука появилась у нас. Опять, понимаешь, вот этот вот, это прям отсылочка была. Отсылка прям, и опять они его, 2 раза. Ты понимаешь, в чем прикол? Он же по-любому еще 3-й раз вернется, и опять они ему пощечин или щей наставят. Да. Иронично, да. То, что он вот так вот показал, друзья, и в следующей серии 67-я, 2-я часть, друзья. Да, давай. Фигачь его. Ну тут бедные титаны уже, конечно, да. Зато круто, что он ядром раз смог это сделать.
бедный Вантусмен. Вот сколько раз он получал люлей. Ты погляди, а. Джимен. Уже смотри, сколько у него там лазеров-то, блин. Оп, мониторчик. Да, тут линза нужна. И казалось бы, все плохо, друзья, но нет. Третья часть 67-й серии. Казалось бы, реально там потом и 4-я, и 5-я, и 6-я, и 7-я будет часть. Спикер защищает, но... Пытается прям до конца бедного камерамена. Да, все у них хорошо, все у них получилось, а, смотри-ка. Подчинили волю. Опс. Ножичек. Вернулся. ТВ-мен. Это спасается. Какой говнюк, а? Да уж, офигеть. Ну да, это понятное дело, что фейк. Круто, даже маленький экранчик у него там. Блин, как все радовались реально, ребята. Четвертая часть, кстати. Смотрим. Вот это капец, чисто из мема, да. Столько у него лазеров, прям жесть. Хорош, погнал. Вот он, дружище-то наш. Маленький. Ой, братишка, Вантусмен. Живой, главное, живой, здоровый, но... Кто-то не добежал, пресс-эф. Да, тут начинается, конечно, лютая жесть. Так, это у нас четвертая часть. Дальше, друзья... А, все. Ну я почему-то думаю, что там 5-6 уже, прикинь. 58-я. Чисто нам показывают, что же здесь происходит. И это круто, что на это не забили. А чисто показывают, что тут за схватка такая. Все разрядился, капец. Столько лазеров. Ну это прикольно, что тут фейки Джимена. Чисто их трое. Прикольно, что каждый мониторчик это вроде как отдельный типа персонаж, чисто вот эти головы, потому что там каждый со своими эмодзиками и способностью. Вот что самое интересное. То есть видишь, каждый телевизор
отдельный такой. Смотри, этот довольный, этот нет. Это очень прикольно. Маленький мониторчик. Ну куда ж ты, братишка? Этого держат. Ну все, все, пришла твоя участь. Не переживай. Какой довольный, а. Фокус-покус. На, нафиг. Да, тут уже... Блин, ну без ученого очень трудно с кибиди туалетом. Прям видно. Да, типа, давай показывай, братишка. Говорит, надо туда? Он говорит, да не, давай просто поглядим, что они там. Блин, это очень круто, друзья. Так, 68-я, вторая часть. Все, уже практически, ребят, час, ровно час, это капец, это просто капец. Я вообще не думал, что мы целый час будем смотреть. Вот это прикол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тревога, говорят. Ученые сразу. Скибиди, скибиди. Лучше бы они туда пошли сразу. Но решили посмотреть, что же вон там вот происходит. Видишь, он как бы останавливал его. Вот так вот, типа, не надо, не иди. Чисто модифицирую. Прошу прощения, ребят. Угу. На, нафиг. Хорош. Это вообще Кляйнер из Half-Life. Ну, забавно видеть, конечно, его. Тоже типа ученый такой. Да, потери все равно есть, ребята. Бедный братишка. Слушай, ну я прям вообще не жалею, что мы пересмотрели все серии. Это просто имба. Ты посмотри, как круто сейчас. Как просто имбово. Это офигеть. Идем дальше. 69-е, ребята. Полный эпизод, плюс там кадры, конечно же. Ля, ты погляди. Слушай, ну самое интересное, что... В последнее время, слышишь, звук иногда пропадает. То есть, как бы это не у меня даже проблема, а именно он что-то там подвырезал. Я не знаю, почему так. Типа какое-то авторское право там или что-то такое. Ну, в общем. Ой, ну ты погляди, а. Да. Слушай, ну в последняя серия, конечно, все перевернула. Я думал, Скибиди, все, уже пришел конец, потому что камерамены на порядок сейчас сильнее, но... Опс. Какой же асатри. Ты что творить? Все, стрижечку.
Жестко. Быстрее, уходите. Блин, как же хотелось бы их всех спасти, ребят. Ребят, ну что ж там так долго-то, ё-моё. Дотанцевались. Ну можно же так, а? Ну что вы творите? Это, конечно, жестко. Да, ребятки, это не просто злость. Я тебе скажу. Ну, слышишь, звука нет. Бам. Трямс. Доп-доп. Скибиди. Озвучечку срочно тут надо. От Немы. Идут. Ушечки возвращаются на место. Хорош, ребят. Поделиться бы. Круто, что он исправил линзу, да? То, что тут, видишь, квадратная она стала. Как надо прям. Это очень круто, на самом деле, что... Все-таки исправляет. Это, конечно, имба, ребята. Ну и... Ребята, да. 70-я серия, наконец-то. Чисто выжигают туалетики. Посмотри, чисто чел с двумя дробашами. Офигеть. И там человек справа. Офигеть. Ты просто погляди. Сколько же тут всего скрытого, а? Офигеть. Да, щит не пробьешь, но у него офигенный просто пулемет. Чуть лазерами не прибил. Побыстрее бы новая серия вышла, ребят. Ну реально, уже хочется новенького, согласись. Что там дальше будет? На нафиг. Смотри, прям сколько энергии в нем, а?
Офигеть. Опс, новенькая ручка. Теперь он, блин, прикинь, каждый раз будет менять руки. Офигеть. Все, потратил всю энергию в красава. Быстренько он. Ну то, что из Роблокса, мордочка, это капец. Диджей. Блин. Вот за что он диджея просто уничтожил? Ужас. Астротуалет. Погляди, какой он имбовый. Вот этот, конечно, туалет очень жесткий, боже мой. Еще и он чисто разговаривает. И очень недоволен, Титан. Да, после такого как быть довольным, вопрос, да? Ну так вот. Бамс, сейчас электричество отключаю. Там были чисто вот еще два камерамена, вроде как призраки, но ты, наверное, разборчик видел. В общем, все, ребята, вот мы и посмотрели с тобой все серии. Обязательно ставь лайкосик, залетай в Телеграм. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.